Итак, ребята, всем привет! Сегодня у меня нестандартное, нетрадиционное видео, ни о копе, ни о чистке, ни о советах. Сегодня просто пришло время разобрать все свое барахло, которое накопилось за сезон. Куча везде, там, сям, кругом. Пытался все собрать, но, к сожалению, все не удалось. И что я решил сделать? Разбирать свои находки. Я, конечно, это мероприятие уже начал, но думаю, почему бы не записать видеосюжет и немножко вам показать, что можно найти именно на раскопках, именно на шурфах. Вот. И вашему вниманию я сейчас буду это все демонстрировать, может быть, что-то интересненькое найдется. Я разбираю по различным пакетикам, советики, например, медно-никелевые, потом бронзу, медь, серебро, все отдельно, чтобы потом было проще идти находить находки для чистки или для каких-то либо экспериментов. Ну, давайте я пробегусь немного по тому, что я сделал. Ну что, ребят, я как бы уже начал немножко разбирать здесь все. Так, давайте вот так вот сделаю. Вот, такое большое количество у меня осталось разобрать. Все, конечно же, я уже начал разбирать. Весь шмурдяк я вот сюда вот сбрасываю в одну коробку, потом во вторую коробку. Вот, есть, конечно же, коробочки, которые интересненькие. Там у меня различного рода мелкие изделия. Баночку для крестов тоже отложил, для различного рода, ну, для что-то красивое. Вот, и сейчас мы будем с вами продолжать разбирать. В общем, очень много различных монет, которые нужно разобрать из этой всей кучи. Конечно же, буду все раскидывать по цвету. Серебро, медь. Вот, так что это буду как-то это все делать. Вот, сбрасывал со всех пакетиков, которые у меня имеются. Пакетов очень много. Вот, после копа постоянно приезжаешь, швыряешь туда-сюда, и получается очень большое количество пакетиков. И некоторые, конечно же, я не нашел. Вот. Некоторые монетки здесь нормальные. Как вы знаете, я чистил иногда на копе, в жидкость бросал. Вот. А в целом, вот, смотрите, какой красавчик тут есть. Вот он, смотрите, какой красавец. Это пятак, кольцевик, зачетно. Вот, и медальки здесь, медь. Конечно, все очень удручающего состояния. Вот, они просто некоторые мытые водой. Вот, а некоторые, как бы, знаете, вообще, как из земли только достал, так они и остались. Ну, вместе давайте будем смотреть. Может быть, вы что-то интересненькое тоже здесь узреете. Может быть, что-то интересное я пропущу. Вот, а так в целом. Вот, смотрите, в этом году вот такой вот кусок серебра поднял. Вообще зачетный. Серебришко, смотрите, я вот сюда вот в этот пакетик сбрасываю. Вот, я уже как бы там нормально насобирал. И вам покажу. Вот такой перстень тоже был. Смотрите. Вообще огонь. Вот, значочки. Если вы видите вот эти значки. Эти значки как бы мне один местный житель подарил. Так что эти значки мы тоже куда-нибудь будем отдельно отправлять. В какой-нибудь... так, куда же отправлять-то их? Ну ладно, пока в кучу. Значки тоже советского времени, в основном ничего интересного. Есть, конечно, всякая лабуда неинтересная. Но вот значки, кстати, между прочим, тема довольно-таки интересная. Украшалочки всякие есть интересненькие. Вот, так что ладно. Рублики советские тоже попадаются, так что классно, вообще рубли тоже зачетно. Вот такие вот свистульчики есть, вообще огонь. Они причем рабочие, вообще классно. Их тоже отдельно буду складывать. Ну, давайте колечки я тоже буду складывать непосредственно с пуговками, вот с гирьками.
крестики буду складывать отдельно. Конечно, я все это буду вместе с вами делать, но в конце все же я вам покажу отдельно каждую баночку, что у нас тут интересного накопилось. Так, шмурдяк, шмурдяк. Как-то вот так вот у нас, ребят, с находками в этом году. Не особо что-то густо, но и не пусто. Колечек очень-очень много, ребят. Очень много кольцов. Вот такая пряжечка тоже есть. Но как-то мне ее страшно чистить тем, что, блин, непонятного характера такой нарост. Не знаю. Ну, я отправляю его в шмурдяк. Так, замочки. В скором будущем и замками тоже займусь. Как их чистить, как чего. Даже не знаю, вот попадаются такие какалики прям ужасные, что прям как-то страшно за них браться. Чистить их или просто сразу выбрасывать. Образки я тоже буду складывать отдельно, как хрупкий материал. Вот свистулька тоже, ребят, смотрите, какая свистульчик. Вообще огонь. Вот свисток, смотрите, свисток полицая. И такая находка тоже у нас встречается. Колесики тоже собираю, потому что они бывают иногда различные надписи, и есть среди людей, которые вот именно собирают, коллекционируют колесики. Так что колесики я тоже нет-нет, но встречаются, конечно же, забираю. Так, разные красивые такие накладки встречаются. Ну, не знаю, что с ними делать. Так вот, для красоты пускай лежат пока. Вот. Ну, в принципе, как-то так вот потихонечку сейчас будем с вами раскидывать. Если что-то интересное будет попадаться, я, конечно же, с вами делиться буду. При более близком таком вот рассматривании находки. Блин, некоторые монеты попадаются вообще. Не знаю, к какой категории их отнести. Видео, не знаю, будет затянуто, нет. Но факт в том, что я решил вместе с вами осуществить разбор находок, что у нас в этом сезоне было. Так, брикушки я тоже отдельно. Вот, потом общим планом вам покажу, что у нас тут по брикушечкам, всяким заколочкам. Пуговкам. Так, пуговки где у меня? А, пуговки... Фиг знает, ладно. Значок. Значок. Вот медальки, блин. Вот ни одной у меня боевой медали нет, ребят. Вот такие вот медали попадаются. Это медали за... Доблестный труд. Вот такие вот медали. Причем это не две. У меня были еще где-то. Но не знаю. Вырубыши. Очень часто попадаются вырубыши, пломбы. Вырубыши тоже шмурдяк будут бросать. Потому что это тоже не интересно. Пломбочки тоже в шмурдяк закину. Пуговки отдельно. Вот. Медь отдельно. Вот значок классный вообще. ВЛКСМ, потом звезда первая. РКК. Тоже значки пока бросим. Так, вырубыши.
колечки для вырубушек валяются в шмурдике. Ну, в принципе, вот такого характера у меня монеты, ребята. Их очень много. Разбирать придется долго. Не знаю, сколько будет интересно. Вы можете, конечно, и промотать вперед. Ох, есть всякое-всякое прям. Я даже не знаю. Вот такие окаменелости, я считаю, что это желтые 60-е года. Я их сразу так определяю и бросаю их, соответственно, к советикам. Кто-то говорит, что у меня, ребят, монеты подброшенные. Блин, ребят, откуда вы думаете эти я монеты? Что, покупаю на Алиэкспресс, что ли? Это, ребят, копанные монеты. Я их сам копаю. Так что не знаю. Все, кто со мной копает, тоже находят большое количество монет. Очень много находок. О, смотрите, что. Я что-то даже и не знал, что у меня есть вот такая вот находка. Колокольчик. Маленький колокольчик. Вот серебрушечка тоже зачетная. Тоже в этом году была. Попадаются даже иноземные монеты. Вот. Но эти иноземные монеты мне зачастую попадаются на каких-нибудь... О, серебрушечка. Попадаются непосредственно на каких-нибудь заброшках. Ну, не оставлять же. Тоже забираем. Прошлые года у меня тоже было большое количество монет. Если вас заинтересует... Вот еще один. Если вас заинтересует это, что я сколько чего нахожу... Можете посмотреть где-нибудь там за прошлый год. Я тоже делал небольшой обзор, сколько монет. О, еще одна серебрушка. Сколько монет я выкапываю? Там что-то было порядка 3000 монет. Но там монетки были не за один сезон, а за несколько сезонов. Так что вы не думайте, что 3000 монет я откопал за сезон. А вот эти, которые сейчас разбираю, это чисто монеты, найденные за сезон. Очень часто побрякушечки всякие вот такие красивые попадаются. Вот даже есть такой вот за отличную стрельбу. Вообще классный, классный. Стекляшки попадаются. Вот это вообще, мне нравятся стекляшечки. Вот они. Это у нас пробочки для наших бутылочек пойдут. Это вообще классно. Тоже их отдельно сброшу. Вот, смотрите, видите, какие есть монеты? Эта монета досталась мне от одного деревенского жителя, который пытался ее почистить. Я не знаю, пытался чистить ее наждачкой, что ли. Так, украшалочки. Смотрите, какое колечко. Ёшкин кот, вообще. На мизинчик даже не натянешь колечко. Вот даже медные пулы. Причем достаточно хорошего внешнего вида. Так, значочки. Вот, я вот сейчас отбраковываю те вещи, которыми я заниматься не буду. Потом все это будет проще мне искать, потому что каждый метод для чистки монет индивидуален.
Медь чистится одним способом, алюминистая бронза и медно-никелевая другим. Вот, чтобы мне было проще потом искать, ребят. Конечно же, я все это не смогу почистить одним разом. Даже за одну зиму я это не смогу почистить. Но, по крайней мере, будет как-то разбор, порядок будет. А то у меня как-то не доходят руки вот до такой вот мелочевки, чтобы сидеть, нудно все это рассматривать, все это переворачивать. Вот, просто нету времени. А для опытов я беру вот какие-нибудь самые страшные монеты, с самой сильной загрязненностью, убитые. И на этих монетах я осуществляю эксперименты и заодно вам показываю, способ рабочий, действующий или же нет. Кстати, недавно мне один из подписчиков писал: Саш, попробуй чистку непосредственно преобразователем ржавчины и содой. И этому человеку я хочу сказать, что этот метод не работает. Ну как работает, но не так, как меня уверяли. Прям супер-пупер красноты на монетах не будет. Нет, краснота остается, так что вы уж извиняйте, метод ваш не подошел. О, замочек классный. Это братья Челинь при царях работали. Латунные замочки. У меня, по-моему, даже ни одного чищенного нету. Все они как-то, знаете, все внешне выглядят не айс. Да, советиков очень много. Первые годы моей деятельности в основном были цари. Потому что я ходил в основном по старым деревням. Вот, смотрите, какой красавчик. Ай-яй-яй. Здесь гравировка имеется. Гравировка Шныкова, по-моему. Шныков. Классный вообще замочек. Так, из этой кучи я уже три замочка достал, да? Замочки это хорошо. Вообще огонь. Так, питак. Скорее бы... Ох, какая монета! 50 копеек, ходячка. Конечно же, в помойку. А как у меня тут оказался вот этот? Я не знаю, как это оказалось, монета. Это Екатерина. Екатерина, причем это монета непосредственно Сибирка. Я даже не знаю, как она тут оказалась. Причем она очищенная. Да уж, непонятно. Так, медалька. Так, рубль. Очень странно тем, что, ребят, как-то что-то у меня... О, олимпийский мишка. Ай-яй-яй. Олимпийский мишка, 80-й год. Как вы помните, была Олимпиада. О, алюмишка. Помните, да, на шурфе я поднял алюминиевую монету. Оказалось, это монета ГДР или ФРГ. В общем, наша республика ГДР. Федеративная республика Германии. Во, по-моему, так она. Вот серебрушка еще одна. Ох, какая монета убитая. Ай. Александр II, прям загрызный. Образок тут, да?
Скорее. Так, ну что, наша кучка немножко заканчивается, и это радует. Ох, как радует. Потому что не очень я как-то люблю вот пересматривать, потому что здесь просто я осуществляю отбор хороших монет от плохих. Ух, черная, смотрите, какая черная, но это серебро. Вообще какая-то непонятная, некрасивая вот серебрушка царская. Пуговка интересная, я таких пуговок не видел. Смотрите, что за пуговица. Здесь у нас серп, затем грабли и коса. Офигеть. Первый раз такую вижу. Я не знаю почему, но в этом году как-то медно-никелевых монет немножко встречается поменьше. Напишите в комментарии, ребят, почему медно-никелевые монеты реже встречаются. Из-за того, что их, может быть, производство было меньше? Или а что? Так, значочки. Медь. Давайте медь отберем. Так, непонятный какой-то вырубыш, походу, от крупной монеты. Так, значки. Мне тоже нравится заниматься, ребят, замочками. Замочки почистил. Значочки тоже нравятся. Вот такой значок можно хорошо сделать, отреставрировать. Выглядит вообще будет классно. Пуговки тоже мне нравятся. Прям вообще от души. Даже убитые монеты даже разбирать не буду. Просто буду их отправлять в шмурдяк. Вырушу там. О, классный значок, смотрите. Значок. Лыжник. Вообще класс. Класс. Я что-то про него и совсем забыл. Мы его откопали летом. О, серебрушка. Раз. О, еще одна. Еще серебрушечка. Мы откопали летом его шурфа. Вот, 10 копеек опять. Этот, или тот же. Блин, как он снова тут оказался? А, я только что сгреб, ёшкин кот. Вот. Ну, серебрушечка. Мы на шурфе его подняли. Причем на этом шурфе мы как бы первый раз с комрадом договорились встретиться. Комрад тоже в первый раз начал шурфить. И непосредственно вот со мной он стал как бы счастливчиком. В каком плане? То, что он стал находить вообще шикарные находки. Я прям был удивлен тем, что человек действительно фартовый. И у него практически каждый коп какая-нибудь зачетная интересная находка выпадала. А до этого собирал различного рода всякие там, ну, фигню, короче. Со мной познакомился, и удача стала присутствовать его практически всегда. Так, что это? Манисты, манисты. Ну ладно, туда разберемся потом. Серебрушка, 20 копеек. Так, беленькие, 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 беленькие. О, серебрушка. Беленькие. 50 копеек, ешь ты. Ходячка. Надо посмотреть. А некоторые монетки прям хорошего внешнего вида. Особенно вот советские, где мы ходили по заброшкам.
и они встречаются в очень хорошем внешнем виде. Так что такие монеты лучше, ребята, как бы не нужно за ними особо уделять внимание. То есть их достаточно просто почистить зубной щеткой с пастой. И только потом осуществлять на них марафет. Потому что если вы эти монеты начнете чистить различными средствами, химией какой-нибудь, эти монеты у вас начнут краснеть. И краснота, это потом с этих монет, именно с периода с 61 года реформы, они, к сожалению, уже свой цвет не восстановят. Они будут красные, противные. Так что это вам совет, ребята. С 61 года монеты химии не чистить. Не чистить. Так, отнесу отсюда вот их. Потому что очень часто пишут: Саш, почистил монету ортофосфорной кислотой, монета стала красной. Как убрать красноту? Блин, ребят, вы думаете, что ортофосфорная кислота, она всесильна? Она все монеты почистит на ура, что ли? И они будут как новые? Нет, ребят, вы глубоко ошибаетесь. И в этом я всегда говорю, что ортофосфорная кислота работает непосредственно на окислы. Она работает на окислы, убирает зелень, болячки. Но если на монете проявится медь, краснота, то эту красноту уже ничем не убрать. Если только мелкие очаги можно затереть или заполировать, то еще можно попробовать. Но если они уже пошли прям сплошной краснотой, то на этом все, ребята. Ничего вы не сможете с этой монетой сделать. Можно смело отправить его в дальний угол. Ну, слава богу, не прошло и часа, да, как мы с вами избавились от большой кучи грязных монет. Надеюсь, по всему дому я больше их не встречу. Хотя это маловероятно. У меня еще и на балконе они валяются. На улице зима, и как-то жопу неохота вытаскивать, морозить. Ну, до следующего раза. До следующего раза. Так, еще одна ходячка, ёшкин кот. Пуговки. Ну и так, будем сейчас подводить итоги. Я вам покажу все это по пакетикам, сколько у меня это все получилось. Кстати, может даже взвесить, что ли, для любопытства, и написать такое-то количество килограмм за сезон монет. Так, ключик туда же. Так, серебро забросим сразу, чтобы оно у нас не потерялось. Ну, конечно же, вам покажу, сколько чего у нас тут серебрушек накопилось. В частности, монет. Так, хорошо, сейчас небольшой перекур. Итак, ребят, немножко я решил разбавить грязь хорошими зачетными вещами. Эти монеты, которые сейчас я выложил, а также вот значки отреставрированные и вот складник, который сделал в этом году, хочу вам доказать, что все, что я вам только что перебирал, все это будет чиститься и реставрироваться. И выглядит достаточно приятно, очень приятно все это выглядит, ребята. И сейчас вашему вниманию показываю именно те вещи, которые были отреставрированы и выглядят очень достойно. Некоторые монеты даже сделал так, что на них осталась родная патина.
И такие монеты займут достойное место. Среди находок, которые можно найти, есть достаточно эксклюзивные. В данном случае вот она, я его почистил тоже. Находится она у меня в таком пакетике. Вот, чтобы не потерять. И чтобы с ней ничего не было. Не корябалось, ничто. Эта монета очень дорогая. По каталогу максимальная цена у ней стоит 170 тысяч рублей. Это полушка 1865 года. Знаки я тоже реставрирую. И выглядят они достаточно приятно. Наношу на них новую эмаль. Вот, даже отреставрировал советский значок. Видеосюжет у меня есть, как я это все делаю. Все эти знаки тоже. Вот, и складень, смотрите, тоже был удручающий. Мне его подарил Евгений. Он был в сантиметровой грязи такой, знаете, прям. Он даже его посчитал, что это какой-то шмурдяк, какая-то гнилая железяка. Но отреставрировал достаточно приятно. Но об этом складне я даже говорить не буду. Вы недавно видали видеосюжет, как я его чистил. В общем, бывают очень приятные находки, которые можно почистить так, что они будут выглядеть просто шедеврально. Вот. Ну а сейчас, конечно же, покажу свои пакетики. Что у меня получилось в этих пакетах. Вот. Но это я вам показал для наглядности, что какалики могут превратиться из обычных гадких утят просто-напросто в лебедей. И вот я вам продемонстрировал, что можно это все сделать очень красиво. Очень красиво. Вот такие вот экспонаты, ребят, у нас получаются. Достаточно приятные, шикарные внешнего вида. Ну а сейчас давайте посмотрим, сколько чего получилось у нас по количеству находок в этом сезоне. Решил вам задачу не просто показать, но еще и хочу взвесить. По советским монетам непосредственно алюминистая бронза. Получилось 1,5 килограмма. Полтора. Медно-никелевых монет немного. Получилось 600 грамм. Медных монет этих. И те, которые я уже отреставрировал. Получилось 1700 грамм. Неплохо, неплохо. Значочки, которые были найдены, а также подарены местными жителями, на 250 грамм. Пуговки. Пуговки на 150 грамм. Крестики, различные там всякие безделушки. Ничего особенного, просто для результата 300 грамм. Также колечки различного рода, шмурдячок там вот всякий-всякий. Ну, такой красивый шмурдячок. Получилось у нас на 300 грамм. И серебро, ребят, вот в этом пакетике серебро, которое нашел в этом году. Не считая пляжев, ребят. Пляжное серебро здесь отсутствует. Я вам сейчас покажу, сколько серебра. Серебра получилось 160 грамм. Ну а сейчас я вам продемонстрирую, например, что у меня тут есть серебра, что у меня в пакетиках получилось по меди, ну и по значкам все по мелочи. Так что смотрим, будет достаточно любопытно посмотреть, что я отобрал из общей кучи. Конечно же, можно тут еще и взвесить тот шмурдяк, который я... Ох, ох, блин, ох ты! Шмурдяк, который я накопал за все время. Вот банка, коробка. И вот она еще тоже тяжеленная такая, знаете, там всякое-всякое тоже. Тяжелая зараза. Вот, так что, ладно, давайте еще посмотрим. Затратим немножко вашего времени. Ну что, ребят, давайте самое интересное, самое вкусное.
Про эту вещь я вам говорил. Это, наверное, что-то из столового сервиза. Может быть, бляшка какая-нибудь. Потому что, вот видите, здесь вот... Да, скорее всего, бляшечка. И вот здесь вот имеется две пробы. Затем вот такая цепочка была найдена. Это не пляжная. Это тоже была находка в лесу. Так, вот таких вот серик много. Я их побросал в общую коробочку. Вот сюда вот, ребята, вот здесь вот они находятся. Вот. Так что это тоже сережка серебряная. Колечко серебряное, может быть, помните, я его нашел. Так, по монеткам. Что по монеткам? Есть очень отвратительный налет, но это серебро, ребят. Это серебро. Скорее всего, 20 копеек. По царским серебряным монетам у меня не густо, но и не пусто. По-моему, это даже тоже какая-то серебряная царская монета. Раз царь, два царь, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать царских серебрушек, ребята. Вот они, красавцы. 11 царских. Две из них пробиты. А, кстати, у меня же были еще с одного шурфа две пробитых монеты. Это пятачок там, 10 копеек. Вот видите, ребят, я вам говорил, что у меня здесь не все находки, которые я сделал. Я подымал еще и медаль вместе с планкой. И вот, не знаю, нету. Где-то, блин, это точно не все, что я вам сегодня продемонстрировал. Это не все находки. Но остальные это советские монеты, это РСФСРовские и СССР. Вот такой вот молотобоец у нас еще имеется. В принципе, классный, зачетный. Я его никак не чистил, потому что, возможно, я буду использовать его в каких-нибудь методах почистки. Вот. Таких у меня тоже было в этом сезоне не один. Была звезда еще где-то. Блин, хрен знает. Не могу понять. Вот, по серебру, по крайней мере, вот так вот, ребята. Вот такое количество серебра. Не очень много по монетам серебряным. Вот. Ну и повторюсь еще раз, что это не все, что у меня имеется, потому что разбросано по всему дому. На балкон что-то выходить неохота. Там у меня тоже очень много стекла, различного рода керамика. А в частности, керамика, я несколько вещей вам показывал. Это свистульки, вот, которые датируются, ну, 18-19 век. Вот. По меди, что у нас получилось, ребят, тоже нехило. Вот. В этом году медь в основном была у нас с огородов, которую мы в этом году с парнями познакомились и стали выбивать огороды. Тоже очень большое количество. Некоторые, как вы видели, я уже чистил. Кстати, пятак. Где-то пятак еще должен быть. Екатерины тоже вот выкопан вместе на одном огороде вот с этим пятаком. Где тот пятак екатеринский, фиг его знает. Где-то он у меня валяется. В общем, по меди тоже нехило получилось, ребят, нехило. Уже некоторые монеты я почистил. Некоторые даже, ребята, разыграл у себя на стримах. Они ушли владельцам новым. Так что у меня монеты как бы долго не завариваются, а если валяются, то в итоге когда-нибудь они все-таки почистятся. По разновидности и по дорогостоимости я как бы их особо не смотрю. Так что не знаю, надо это тоже дело просмотреть, потому что двушечки 24-го года... Трешки и пятаки 24-го года иногда бывают очень хорошие разновиды и достаточно хороших денег стоят. Вот. Но это я как бы пока не смотрел.
Вот, по меди как-то получилось вот так вот. Тоже достаточно много, ребят. Но это тоже не все, ребят. Это не все, что я поднял в этом году. Это то, что я смог сегодня отобрать и почистить. Ну а сейчас немножко советов. Советских монет, ребята, у меня тоже в изобилии огромное количество. Как вы видите, даже, не знаю, разложить их нет возможности. Некоторые комрады делают обзоры своих находок, раскладывают их поштучно, но я этого себе позволить не могу. Очень много. В этом году очень большое количество советских монет медно-никелевых. Очень много, потому что вплотную занимался шурфами. Ну и шурфы дают в основном советские монеты. И монет очень-очень много. Также были монеты из заброшек. Вот, некоторые даже монеты я вам не показываю, потому что они очень хорошего внешнего вида выглядят. И, ну, как-то чего-то неинтересно вам будет показать, потому что эти монеты после реформы 61-го года. Вот, вы видели видеосюжет, где я нашел целую баночку таких монет. Там порядка сотни их было. Вот, а это как бы вот потеряшки именно шурфов. Очень много. Если память не ошибает, здесь 1,5 килограмма медно-никелевых советских монет. Вот. Сейчас покажу именно медно-никелевые монеты. А это у нас была бронза. По медно-никелевым монетам не особо много интересно, чего здесь есть. Щитовички, рамочники, ну и в основном основная масса это монеты после реформы 61-го года. В основном, ребят, встречаются вот такие вот монеты медно-никелевые. Это рамочники и щитовики, ничего здесь сверхъестественного нету. Обычные монеты. Их у меня в этом году не особо много, вот, ну... Зато порадовали желтенькие. Встречаются различного рода монеты. И рубли. Даже вот такие вот бывают на заброшках монеты ГДРовские. Вот, ну, различные. Ничего особенного, ребята. Конечно, можно рассматривать их как всякие там раритеты. Может быть, и найдутся достойные экспонаты. Но я пока этим как бы не заинтересован и просто нет времени. Так, что дальше мы будем смотреть? Это же, конечно, наши крестики, колечки и значки. По находкам, ребята, по реликвии там и различные там кресты, колечки, пуговицы. Пуговицы, причем старинные, вот такие вот, ребята, обычные старинные пуговки, гирьки. Вот, это вот такие вот. Я их тоже отношу в одну кучку. В общем, очень много различного рода в этом году было крестов. Вот, как бы что-то, знаете, особенно колечек. Вот, крестов тоже очень много. И что хочу сказать. Это очень интересные предметы. Кто-то брезгует их поднимать. Кто-то их... Иногда я видел на разработанных чьим-то шурфы. Кресты просто-напросто лежат на камнях. Их никто не забирает. Конечно же, это ваше мнение, брать их нет, но я общался с батюшкой, батюшка Владимир, и я ему задал вопрос по поводу найденных крестов, которые я нахожу в основном. Я сказал, что занимаюсь металлопоиском, и задал вопрос. Отец Владимир, я вот нахожу иногда кресты, что мне с ними делать? Он мне сказал, Александр, на каждом кресте имеется надпись. Спаси и сохрани. Ты его спас, будь добр и сохрани. Вот. Тем более сейчас большое количество пошло людей, которые приобретают, покупают эти кресты, потом их освящают и носят. Также батюшка Владимир сказал, что ты их можешь осветить и свободно их носить. Никакого греха на них нету. Так что это просто заблуждение, кто говорит, что они впитывают в себя какие-то грехи и все прочее. Нет, это обман. Вот. Очень много различного рода перстней с камнями бывают. Так что вот по таким находкам тоже очень приятно. Мне очень нравится металлопластик, особенно их приводить в порядок. Но, как вы видели, красиво получается. Красиво.
Я вам показывал недавно кресты, складни. Вот моя работа, в принципе, очень многим понравилась. Сейчас по значкам. Ну а по значкам, ребята, хочу сказать, что в этом году у меня очень было большое пополнение. В частности, вот медалей. Вот эти медали мне достались от одного комрада, вот, который как бы тоже сказал, что нашел на заброшке. Они ему ни к чему, и он мне их как бы подарил безвозмездно. Вот эти вот медали, вот они все медали, которые я лично нашел. Вот они все без планок. Вот, ну, индивидуально бывали какие-то планки. Очень приятно находить находки вот такого вот образца, ребята. Это вообще мне очень нравится. У меня таких несколько знаков. К сожалению, они не чищены, не реставрированы, ничего с ними не делано. Вот. В будущем надо заняться. Очень много приятных находок, которые нужно уделить внимание. В основном, конечно, все значки, ребят, как вы видите, советские. Ничего сверхъестественного здесь нету. Обычные значки, которые, наверное, в советское время были у каждого ребенка. Вот, так что вот такая вот небольшая коллекция у меня имеется. Конечно, их нужно приводить в порядок. Да, я с вами согласен. Но как-то не доходит до этого время, внимание. Тем более, некоторые, как вы видели, знаки я реставрировал и достаточно хорошо получались. Вот. Очень приятно будет отреставрировать именно вот такие вот советские, которые реально копанные, которые очень плохого внешнего вида. Их, конечно, нужно реставрировать, наносить новое лакокрасочное покрытие, потому что оно как бы здесь отсутствует. Но медали очень хочется найти и самому, тем более нужно, очень сильно хочу найти боевые награды. Так что как-то вот так вот по значкам у меня получилось. Итак, ребят, на этом я закончу свой необычный такой видеосюжет. Вы иногда просите, покажи свою коллекцию. Но я не коллекционер, у меня коллекции нет, я копатель. И очень редко, когда приходится время разбирать свои находки, чистить их, вот. Но не всегда хватает времени. Вы просили показать, что я накопал за этот год. Вы сегодня узрели, что за сезон можно накопать достаточно много. Занимаюсь я в основном шурфами, и на шурфах находки есть. Так что, если заинтересованы таким большим количеством находок, начинайте, ребята, шурфить, потому что будущее именно за шурфами. Все кругом выведу. Так что вам всем удачи в будущем.